Сейчас в Сарове насчитывается около 17 добровольческих объединений, которые помогают жителям нашего города. Организовывают спортивные и культурные события, ищут пропавших людей, собирают пожертвования для нуждающихся. Виктория Сафронова учится в 10 классе 11 школы. Уже несколько лет девушка участвует в волонтерских движениях городского и областного уровней. Я недавно участвовала в форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в Нижнем Новгороде. И мне понравилось то, что вот нам дали очень много информации, и мы помогали людям, куда им нужно идти. Они нас спрашивали вопросы, мы на них отвечали. Мне вот это тоже очень нравится. Когда ты знаешь информацию, можешь ее кому-то донести. Становится светло и радостно на туже, что ты помог кому-то еще. Но когда ты видишь, когда ты чувствуешь, чем ты занимаешься, тебе это нравится, ты не ощущаешь вообще никакой усталости, ты хочешь этим заниматься и продолжать этим заниматься. Добровольцы бескорыстно устраивают субботники, распространяют брошюры социальных кампаний, работают переводчиками и координаторами на спортивных соревнованиях, помогают в больницах, детских домах и пенсионерам. Олеся Ильина полтора года назад пришла в волонтерский клуб «Инсайт». Школьница считает, что больше всего в помощи нуждаются дети, особенно те, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Также девушку интересует эко-волонтерство. Направление экологическое меня тоже интересует, так как меня волнует, так сказать, природа, и то, что меня не устраивает то, что она очень сильно загрязнена сейчас. Я стараюсь участвовать в мероприятиях, которые помогают в уборках территорий, и там я сажала деревья несколько раз. К предстоящим праздникам участники волонтерского клуба «Инсайт» подготовили несколько акций, в рамках которых ребята будут поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом. Смелость, отзывчивость, бескорыстие – те качества, которыми должен обладать каждый доброволец, считают активисты. А улыбки и слова благодарности – лучшая награда за добрые дела. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».